Wat word je daar gezet in voorste plaats? Om te tegen Sinterklaas en gezegd, je mag daar niet komen. Niet komen daar, alsjeblieft, niet komen. Мама купила подарок сыночку на Новый год от Деда Мороза, так скажем. Синтеркласс, но у нас как Дед Мороз. И спрятала в кладовку и сказала, туда не заходи. Пожалуйста, не заходи. Да, ничего не было. И, конечно, если я слышу эту, я еще больше зин, чтобы посмотреть, что там специально. En natuurlijk op één dag, ik kom daar en natuurlijk, ik zie deze kasteel. Oh, zo, mooi kasteel. И, конечно, говорит Рик, если я такое услышал, мне стало так интересно и любопытно, почему я туда не могу заходить. И в один прекрасный момент я туда заглянул и увидел, что там стоит очень большой красивый замок, о котором он давно мечтал. Рад лопен на мамочке и сказал, о, мамочка, я хаб да зо мой кастел гезин на нашей форплац, о. О, мамочка сказал, я гекомен на форплац. О, я стоут, юнгочка. Синтерклаас, дезе фор Синтерклаас гебрахт, ю кастел ал. Бетче врюгер, омдат зо вел му дун, оп Синтерклаас да те вел, ани бетче дезе... Я быстро помчался к маме и закричал, мамочка, там такой красивый замок. А мамочка сказала, «Ах, ты такой непослушный мальчик! Ты зачем туда пошел? Ведь я тебе говорила не ходить туда!» Синтеркласс заранее принес подарок, потому что в один день он не может ко всем детям прийти. En hij al gebracht, maar je mocht nog niet zien. Die is dood geweest. En Sinterklaas zal terugnemen. Je moet op knietjes zitten en bidden en vragen aan Sinterklaas, alsjeblieft. Ik zal van nu af aan heel braaf zijn. Niets meer stout zal zijn. En elke dag op knietjes bidden naar Sinterklaas. Dat hij niet terugnemen, jouw kasteel. Hoeveel dagen heb ik dan? Voor meer dan één maand. Zeker voor meer dan één maand. Elke dag. En ik met zin, gebed, echt met zin, omdat ik echt was bang dat zou nemen. En ik dus, И мама ему сказала каждый день вставать на коленки и молиться, чтобы Синтеркласс не забрал назад этот замок. Что ты был таким непослушным и должен вымолить прощение у Синтеркласса и обещать, что ты будешь очень послушным мальчиком. И Рик проделывал это каждый день более одного месяца. И молился с большим упованием. О, бан, ханса, ман, зо бан, дат мен кастель зо геномен. О, ху аут я вас со бдезде? О, схатче, за 7 jaar мишкин, ja. О, арме jongens. Ik tot 13 jaar geloof in Sinterklaas. Ik was misschien laatste van klas die wist wie was Sinterklaas. En op één tijd daar... На этот период ему было 6 или 7 лет, но он очень хорошо помнит, что до 13 лет он верил в этого Синтеркласса. Да, дезе ахте Синтеркласс брэнг дезе, дезе аллемал лахтьес во мэт мэй гэдан, омдат ик ахт нох гэлоуфде ин Синтеркласс. Ахт вар. Zo lang, zo groot ik was en nog geloofde in Sinterklaas. En dan je komt bij mamatje? Ja, en dan ik kom bij mamatje en zeg, weet je, Здесь он вспоминает, как разговаривал с другом, который открыл ему глаза на Синтеркласс, сказал, что это никакой не Синтеркласс, а родители. Вот ты даже знаешь, не скажешь, хочу. Да ты оудес зей Синтеркласс. О, мама, ты за... Ричи, зей за... Ком зитен, я зал его бить вертелен, то... Бедный мальчик почувствовал такую несправедливость, прибежал к маме и сказал, «Мама, ты знаешь, что говорят, что Синтеркласс не существует, что это родители покупают подарки?» Мама сказала, «О, мой сыночек, давай-ка сядь, я тебе сейчас кое-что расскажу». Dat ik zo ontgoochel, dat mamatje is Sinterklaas, is het niet meer plezant. Arme jongentje. Ja. После этого рассказа сыночек был очень разочарован.